11 марта состоялось заседание рабочей группы по разработке республиканской программы «Молодежная инициатива возрождения Донбасса». Проект стартовал под патронатом главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также при поддержке 4 профильных министерств. При разработке этой программы организаторы оперировали той идеей, что возрождение Донбасса начнется с формирования нового поколения молодых и высококвалифицированных кадров с абсолютно новым мышлением, видением и уровнем образования. Конечно же, Министерство информации будет всячески популяризировать эту программу, всячески информировать ее в ходе. Я желаю всем успехов, потому что, мне кажется, очень полезно будет как для юношей и девушек, так и для молодой республики. Разрабатывая концепцию данной программы, власти ДНР попытались максимально задействовать все возможности своих министерств. Благодаря хорошим международным контактам, соучредителями этой программы будут ведущие вузы Российской Федерации и дружественных нам стран. Программа представляет собой проведение 3 относительно автономных отборочных конкурсов для студентов республиканских вузов, профильных учебных заведений, учащихся общеобразовательных школ 10-11 классов. Так, учащиеся старших классов оформляют свои бизнес-идеи в виде эссе, и победители получают право участвовать в программах академического обмена с учебными заведениями стран дружественных ДНР. Первая республиканская программа становится инновационным проектом, который позволит поддержать талантливую молодежь, даст ей возможность проявить свои интеллектуальные способности в процессе становления молодой республики, стать полезным тому обществу, в котором ребята родились, получили образование и собираются строить свою жизнь и свою карьеру. Те инициативы, которые будут проявляться в ходе конкурса, принесут свои плоды, и эти ребята станут той интеллектуальной элитой Донбасса, которая будет активно участвовать не только в строительстве, но и в возрождении той былой славы, которой всегда гордился рабочий Донбасс. Маргарита Миронюк, Станислав Мухин, Новороссия ТВ.